Добрый день, друзья. Добрый день. Игорь Жабский представляет. Москва, 2018 год, 27 мая. Я прилетел на финал всероссийского конкурса «Дива России». Он состоится завтра и послезавтра. Сегодня у меня свободное время, и вот я решил прокатиться по Москва-реке на теплоходе. И вы со мной прокатитесь и посмотрите. Впервые я катаюсь на теплоходе по Москва-реке. Давно хотел, и вот свершилось. Вот парк Зарядье. Это вот этот мост стеклянный, выступающий. Я вечером вернусь туда, прогуляюсь. Народу много. Сегодня забег был какой-то посвященный. Везде концерты, иностранцы. 14 июня начинается чемпионат мира по футболу. Вот такой мост. Народу очень много. Возле собора на Красной площади концерт идет, возле собора Василия Блаженного. Сейчас будем проплывать в Кремль. Смотрим на Москву и плывем вместе со мной. Спасская башня Кремля. Собор Василия Блаженного. Там концерт идет. Мы сейчас уходим под мост. А я покажу немножко впереди, чтобы мост посмотреть. Ветерок. Вот мы проплываем возле Кремля. Обгоняем конкурентов. Yeah.
Большой Кремлевский дворец, где Владимир Владимирович Путин вступал в должность президента. Большой каменный мост. Всего моя поездка продлится 2 часа. Так что посмотрим. Это вот храм Христа Спасителя. Теплоходик стоит. Ну все, друзья, небольшой ролик о моей поездке по Москве-реке. Я заканчиваю. До новых встреч, до новых роликов.